Страх перед ошибками – это тот невидимый враг, который часто мешает нам двигаться к нашим целям. Мы боимся провалиться, и это останавливает нас на месте. Но что, если я скажу, что ошибки – это не конец, а начало? Каждый раз, когда мы ошибаемся, мы получаем бесценный опыт. Чтобы преодолеть этот страх, начните с маленьких шагов. Установите реалистичные цели и принимайте неудачи как часть процесса. Ведите дневник успехов, где будете записывать свои достижения, даже самые маленькие. Это поможет вам увидеть, что каждый шаг вперед – это уже победа. И помните, что даже самые успешные люди сталкивались с неудачами. Главное – не останавливаться. Страх не должен управлять вашей жизнью. Позвольте себе ошибаться и учиться на этом. Так вы откроете двери к новым возможностям и достигнете своих целей.